Всех приветствую на нашем YouTube-канале. Вот. Сегодня решил сделать видео из всяких, как говорится, прикольных моментов, которые были на рыбалке. Думаю, в дальнейшем будет такая рубрика, что, ну, накопятся какие-нибудь интересные моменты тоже. Вставлять их в видео не всегда получается. Сейчас накопилась некоторая часть интересных моментов. Вот. Это будут моменты, конечно же, про рыбалку и все, что с рыбой связано. Или вообще все, что связано с рыбалкой. Так что смотрите небольшое видео с несколькими такими интересными моментами, которые происходили со мной или с моими друзьями. Приятного вам просмотра. Всем во всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не гадюка, это то или уж с желтым пятном, уж вроде как уж. Офигеть, воруют у нас рыбу. Сань, скажи что-нибудь для потомков. Я повернул для потомков. Вот так вот ловишь, ловишь рыбу, она у нас ворует, блин, смотрите. Что заглотит, она же тут не вылезет. Так что если все удастся, мы змею привезем домой. А нахер она змея дома? Черепаха везде. Смотрите. Офигеть. Смотрите, причем не маленькая такая. С желтым пятном мужик. Так, а ты говоришь, жен сюда взять? Все, ложи, ладно, не мешай. Кто мне начал ожидать еще? Залезла, вылезти может. Она решила, что вылезти не может. Значит, все, что ли? Не надо. Может, выкинем ее оттуда? Дядя Саша сидит, говорит. Это я вот снимаю тут всякую херню вместо того, чтобы рыбу ловить. На самом деле прикольно. Не каждый день видишь, как тут меня жрет рыба. Угадай. Видите, рыба сожрала, а вылезти не может. Это маленькая. Мы не знаем, муж это или гадюка. Мы не эти, не эхонологологи, блин, их кто-нибудь. Поэтому боимся ее немножко. Ну, блядь, язык вылазит, смотри, или всех вылазит. Непонятно. Ну, дайте уйти через верх. Иди через верх. Ну, дебила ты, бля. Сейчас вылезет. Она похудела вроде, нет? Да не, еще не переварилась. Ой, она лучше, блядь. Можно ей бошку отрезать, ну, ножиком. Пусть она, ладно, худеет. Только больше не жри рыбу нашу. Лиза, посмотри на меня, Лиз. Лиза. Вон нас не надо.
Вылазьте! Аня! Вылазьте! Поехали! Саша, вперед! Вперед! Толкай ее вперед! Пошли, маме! Вперед! Пошли. Вот молодцы! Ай, хорошо! Чего? Ты не можешь отойти. Сейчас рыба пойдет. Какая рыба? Да мы сейчас чуть-чуть еще едем. Поедем там, да? Поедем? Чего? Да, мы поедем? Чего? Чуть-чуть половим, да поедем. Так что заметил? Ай, видишь, она ее кусает. За хвост кусает. Ай! Вторая рыбка смотрит, ей пофигу. А почему он не ест свою вторую рыбку? Все, карасюк хана.